житель Махачкалы вместе с тремя друзьями организовал похищение мужчины. По версии следствия, ранее у пострадавшего произошел конфликт с супругой подозреваемого. Выяснить отношения с обидчиком жены злоумышленник решил не один, а в сопровождении своих друзей. Продумав план, соучастники выследили мужчину и насильно увезли на окраину Каспийска, где в течение нескольких часов бильярдным шаром и кием наносили ему побои. В результате пострадавший был госпитализирован. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Принимаются меры к задержанию сообщников, двух жителей Каспийска и жителя Шамильского района. Возбуждено уголовное дело. Произошел конфликт бытовой, семейный, драка была. У жены на кассе получился инцидент с незнакомым человеком. И вот оттуда все пошло-поехало. И чем все закончилось? Закончилось тем, что мы по рукам дали с человеком, нормально разошлись. Ну, сейчас я здесь. Вы знали, что вы находились в федеральном розыске? Я предполагал.